Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». Просроченные квитанции, штрафы от ГИБДД, задолженности по алиментным платежам – все это доставляет хлопот абсолютно каждой стороне. Как сэкономить время и нервы, спросим у нашего гостя, руководителя управления службы судебных приставов по Рязанской области Николая Ромкина. Давайте начнем с обязательных работ. Нововведение появилось достаточно недавно. Что за этим стоит? Конечно, обязательные работы – большое подспорье в том плане, чтобы должники исполняли обязанности, которые на них возложены судом. В частности, если говорить об административных правонарушениях, то в случае, если должник в установленный срок, а сейчас он 70 дней, это 60 дней для добровольной оплаты и 10 дней для обжалования, не оплатил, составляется протокол по части 1 статьи 20.25. И при рассмотрении мировой судья может назначить такой вид наказания, как обязательная работа сроком до 50 часов. Что это собой представлять будут такие работы? Есть у вас какие-то договоренности со службами, с управлениями? Может быть, есть просто список, скажем так, вакансий для должников? Да, мы провели определенную работу, начиная с января-февраля текущего года, с главами администрации области, администрации города Рязани, и определили, какие и где нужны рабочие руки. Как правило, это неквалифицированная работа. В частности, у нас уже есть примеры в Сапожковском районе, когда должница, которая злостно не платила, наложены на нее штрафы, трижды не оплатила. В конце концов, в отношении ее было вынесено решение 50 часов обязательных работ. И в течение недели по 4 часа она убирала территорию в одной из школ района. Но школа – это, наверное, не самое страшное. Если человеку не позволяет, может быть, здоровье что-то поднимать, да, например, тяжелое, а, как правило, не позволяет эго внутреннее, как так, вот у меня машина, есть там вторая семья, я пойду улицы мести. Тут, наверное, сложности с этим тоже есть. Конечно, судья определяет и физическое состояние человека. Если по ряду причин ему противопоказан физический труд, то никогда суд не назначит такой вид наказания. А как они сами реагируют на это? Они до последнего, мне кажется, до последнего люди уверены, что это все вот просто так, можно или откупиться, или как-то обойти вот это. А создается впечатление у определенной массы населения, так сказать, маргинального, так сказать, настроя, которые считают, ну, что какие-то обязательства мне суд там, так сказать, на меня возложил. Да, я могу вообще это не выполнять, фактически бравируя этим. Какое их отношение? Ну, наверное, для них это тоже неожиданно. Кто-то за этим присматривает, то есть человек, который наблюдает, чтобы 4 часа подметали ту же школу или что-то делали еще? Да, я хочу сказать, что эта инициатива в целом была Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации о том, вы чтобы... Вы как в школу заходите за человеком и ведете работу? Да, судебный пристав исполнитель обязан контролировать исполнение вот в той части по времени 4 часа в сутки он контролирует. Помогает эта мера воздействия, если реально смотреть? Потому что, как правило, к совести должникам взывать, мне кажется, бесполезно. А давайте из мировой практики мы посмотрим примеры. Когда одна из моделей, по-моему, Наоми Кэмпбелл, она какое-то количество, чуть ли не 100 часов отрабатывала на автомойке, плюс еще она прослушала курс лекций до 40 часов, и за эти лекции еще заплатила денежные средства. Имеет эффект? По-моему, больше она, так сказать, в обществе, по крайней мере, я не слышал, чтобы она вела себя вызывающе. Сейчас все в электронном виде, в том числе и ваши какие-то документы. Да, наша служба, так сказать, достаточно широко шагает в этом направлении, и мы вот те временные отрезки, которые проходят другие службы 2 года, мы их проходим буквально за полгода. И достаточно широко и эффективно внедряем электронный документооборот в свою сферу. У нас налажен документооборот в электронном виде с пенсионным фондом, с налоговой, с ГИБДД, МВД, с рядом банков. Вот сейчас прорабатываем вопрос на региональном межведомственном взаимодействии о том, чтобы постановление о возбуждении исполнительного производства и об окончании его в электронном виде направлять в пенсионный фонд.
Также у нас достаточно на региональном уровне взаимодействия с ГИБДД. Это вопрос запрета на регистрационные действия, снятие с учета. Мы в этом случае помогаем должникам, так сказать, преодолеть вот какую-то инертность, не ходить там по разным точкам в городе, чтобы оплатить штраф, или искать пристава, который может быть и на участке, или где-то в другом месте выполняет процессуальные действия. Поэтому все общедоступно. Хочу спросить об алиментном фонде. Вещь достаточно интересная, тоже новая, и еще в перспективе. Как скоро это появится у нас? Мы давно говорим, я имею в виду Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации, о том, что в этом направлении надо какие-то конкретные шаги делать, и они уже есть, эти предложения от нашей службы. Вот сейчас дискуссии в обществе проходят, а что такое алиментный фонд, а как его формировать. Ведь если посмотреть на цифры, то по итогам работы за первые полугодия текущего года мы к самой пока низкой точке подошли по количеству алиментов по всей Российской Федерации. Их, по-моему, 1 090 000. И вот наша задача, чтобы к концу года, так сказать, перевалить вот этот рубеж и еще больше сократить количество алиментных обязательств. По Рязанской области достаточно, так сказать, небольшая цифра. В ЦФО мы фактически по этому показателю впереди, у нас достаточно эффективно идет работа. Я понимаю, конечно, вот то, что я сейчас говорю, меня слышат, а кто-то послушает, в мою пользу ничего не взыскан. Да, конечно, есть трудность, но я сейчас говорю о том, что есть, о том, на что надо ориентироваться. А в целом по Российской Федерации ежегодно, вот вдумайтесь в цифры, ежегодно 1 миллион – это прирост алиментных обязательств. Это количество разводов более миллиона. И как формировать алиментный фонд? Одно из предложений, так сказать, из разных комитетов Государственной Думы есть такое, чтобы те, кто разводится, вносили определенные денежные средства в этот алиментный фонд. Это или 500 рублей, или 1000 рублей. Сейчас это активно, так сказать, что обсуждается. Это дает? Давайте поподробнее тогда, я думаю, многим интересно. Вот внесли мы 500 рублей, понятно, что сумма алиментов в месяц намного больше. Что мы этим сделали? Этот фонд предусматривает количество бракоразводных процессов из каждого человека, там, ну я условно говорю, 500 или 1000 рублей будет она, другая какая-то. Это все идет в алиментный фонд. А с алиментным фонда уже, так сказать, выплаты идут вот тем взыскателям, которые не могут в силу каких-то причин получить алименты от своих... Мне кажется, сложный и двоякий в первую очередь вопрос. Как правило, они не могут, они хотят. И человек задумается, если я своему ребенку что-то, может быть, не хочу отдать, да, обычно папы, бывают у мамы такие, то зачем мне нужны какие-то другие чужие проблемы? Вы не считаете, что такое может быть? Вообще вопрос, на первый взгляд, именно такой, но принудительное исполнение по взысканию алиментов никто не отменял. Они платить будут, но они будут платить как государству, потому что это государственный будет фонд, так и непосредственно взыскателю по алиментным обязательствам. Поэтому здесь должник не уходит от ответственности. В этом плане над ним будет еще, так сказать, более серьезная ответственность висеть. Может быть, есть еще что-то новое, что тоже должникам необходимо знать именно сегодня? У нас возникают проблемные вопросы, особенно летом, в преддверии сезона отпусков, по ограничению на право выезда за пределы Российской Федерации. Кстати, многие сегодня с чемоданом остались здесь, в России? Я вам цифру не скажу точно, но где-то порядка 10 человек, которые доехали до пунктов пропуска и вернулись назад, несолоно хлебавши. Хочу сказать, что в отношении 1623 должников были вынесены ограничения на право выезда на сумму более 700 миллионов рублей, которые задолжали. 9% из числа должников оплатили свою задолженность, полностью погасили. Это в районе чуть более 12 миллионов рублей. Но они погасили задолженность. Есть эффект? Ну, наверное, есть. Если судить по соотношению цифр 700 миллионов и 12 миллионов, это, наверное, некорректно. Надо смотреть по факту того, что каждый должник, кто прочувствовал ответственность, он оплатил задолженность. Это была программа «7 минут». До новой встречи в эфире.